Добрый вечер, уважаемые слушатели. На сцене Государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Советского Союза Владимир Федосеев. Уважаемые дамы и господа, ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Сергеевич Соколов. Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодняшнему замечательному концерту предшествует очень важная для Московской консерватории церемония – вручение мантии и диплома почетного профессора Московской консерватории. Этой традиции уже много лет, и первой, кто получил вот такую награду, была знаменитая Маргарита Лонг. А следом это было в 1955 году. Тремя годами позже это был Поль Робсон и почти тогда же Золтан Коды. Собственно говоря, вот это уровень, который с тех пор никогда не снижался, и к сегодняшнему дню диплом почетного профессора консерватории имеют те музыканты, которых знает весь мир, которых знает, любит и почитает весь мир. Но и которые, конечно, особо значимы для Московской консерватории. Среди них композиторы, такие как Шнитке, Губайдуллина, Пендерецкий, Щедрин. Среди них знаменитые исполнители, такие как Ростропович, Вишневская, Ашкенази, Башкиров. И среди них дирижеры, их значительно меньше. Это Юрий Тимирканов, Владимир Юровский, и вот сегодня, к нашему счастью, этот диплом получает Владимир Иванович Федосеев. Этот выдающийся художник, которого почитает весь мир, который завоевал Вену, это на самом деле можно употреблять такие слова, поскольку это было полное владычество над венской публикой, которая продолжается и сейчас. Это художник, который уже почти полвека ведет вот этот знаменитый оркестр, и тоже масса радостных встреч со слушателями в таком составе. Но я хотел бы подчеркнуть то, что нам особенно дорого. Владимир Иванович – это настоящий учитель, учитель нашего студенчества. И на протяжении ряда лет он встречается со студентами, оставляя в памяти творческие результаты, которые становятся страницами истории Московской консерватории. Это постановка оперных спектаклей с нашим оперным театром. Это симфонические программы с нашим студенческим оркестром. И вот есть такой показатель, который абсолютно объективно характеризует результат такого наставничества. Когда заканчивается концерт, и я иду всегда поздравлять Владимира Ивановича в его артистическую, мне бывает трудно протолкнуться в ряду собственных студентов, которые выстроились в очередь, чтобы поблагодарить маэстро за то, что он им оставил как наследство и как творческий завет. Вот именно это все взятое вместе и дает мне приятную возможность сейчас при вас надеть почетную мантию профессора, ну и вручить диплом.
Непростая процедура, поверьте. А на дипломе написано «Решение ученого совета от 14 сентября 2021 года присвоить Федосееву Владимиру Ивановичу звание почетный профессор Московской консерватории». Мне трудно очень что-то ответить. Но единственный есть вопрос к Александру Сергеевичу. Мог бы я поступить на первый курс консерватории и опять все пройти, но без экзаменов уже, по блату, так называемый. Да и я думаю, что вот оркестр, который стоит, тоже бы неплохо ему и вернуться на первый курс и поучиться еще раз. Это никогда не вредно. Я, конечно, счастлив до безумия и горд, но принесу все свои силы, возможности, как бы оправдать это. Мне хорошо в этой музыке, мне хорошо в этом зале. Это зал слышал великих артистов, великих пианистов, великих композиторов. Так что само присутствие в этом зале – это учеба, это музыка. А музыка, там, где кончается слово, начинается, конечно, музыка. Когда уже сказать нечего, то скажи что-нибудь через музыку, и она доскажет. Так что я благодарю Александра Сергеевича, благодарю ваши стены, все вот эти имена, благодарю свой оркестр, который вот он здесь стоит. И, ну, у меня больше слов нет. И я сыграю, что мы сейчас сыграем.
Thank you.
Thank you.
головой. Это такая огромная честь играть здесь с такими великолепными музыкантами. Спасибо, что вы пришли. Вы знаете, у меня есть любимый композитор, но я не очень объективна здесь, потому что это мой папа. И он сегодня в зале, поэтому я буду играть его произведения. Не только потому, что он в зале, но вообще я играю всегда его произведения. Но сегодня особенно торжественный момент для меня. И он написал произведение для виолончели с тамбурином. И называется «Гальярда». А я забыла сказать, как зовут моего папу. У него такая же фамилия, как у меня. Зовут Владимир Кобекин. И он написал «Гальярду» для виолончели с тамбурином. И сегодня Андрей Мартынов, солист оркестра. Вначале сыграй со мной. Thank you.
Thank you.
сейчас вам сыграют венские девушки. У нас венских девушек нет. А, thank you.
венских нет, русских. И последний номер.